Роскошная программа, грандиозная картина, захватывающая драма. Такими эпитетами в екатеринославской прессе начала 20 века сопровождались все анонсы фильмов, которые демонстрировались в местных синематографах или биоскопах. В начале 20 века на главном проспекте Екатеринослава кинематографа было больше, чем сегодня. Там, где в советское время находился кинотеатр «Украина», в конце 1912 года располагался новоотграндиозный театр «Модерн». Синематографы еще тогда по привычке нередко называли театрами. Примерно там, где сейчас возвышается памятник Александру Полю, функционировал театр «Роль». Позже его заменил театр «Колизей». На углу главного проспекта и улицы Мостовой работал театр «Блиц». Пионером среди екатеринославских синематографов был биоскоп «Зайлера», что на углу главного проспекта и Фабричной улицы. Теперь это улица Столярова. Все самое новое демонстрировалось именно здесь. Наибольшим успехом пользовались сентиментальные мелодрамы, комические сцены. Географические, видовые и научные картины совсем не пользуются симпатиями. Основная аудитория, которая посещала биоскоп «Зайлера», это были люди в возрасте от 20 до 25 лет. Биоскоп «Зайлера» много лет радовал жителей Екатеринослава. Но несмотря на рекламные заверения в своей несгораемости, биоскоп все же сгорел. На его месте открыли кинематограф «Гигант», а значительно позже здесь построили кинотеатр «Родина».